поздоровайся со всеми. Всем привет. Так, ну что, купили мы Ярику мопед, называется Honda Dio. Сейчас покажу, как я уже научился. Да, Ярик уже классно ездит, показывай. Так, снимаем с ножки. Давай. Красавчик. Ох, неплохо, неплохо. Знаешь, классно, Ярик, что песок примерзший. Да, и нормально ездить. Да, нормально ездить. Так вот мы так и поехали. Так мы сейчас еще поедем кататься. А, классно покататься, ребята. Ярик, я еду. Вот это да, Вова. Ух, чуть не упал. Ох, тут горочка какая. Так, а куда Вова поехал? Едем прямо. Ого. Вова, ну ты именно вообще настоящий псих. Я из-за того, что у меня резина, видишь, какая широкая сзади? У меня он хорошо идет по песку, а вот я понял, она узкая, она получается провалится. Ну нормально, он легенький. Под своим весом, обалденно. Ну он легенький. Поехали. Едем дальше? Едем. Ярик, давай за тобой. Катушки на мопедах в лесу. Ох, пацаны, дали. Придется и мне дать. У-ху-ху-ху-ху. 50. Вообще сумасшедшие. Ярик не отстает, молодец. Отойди. Ух, попало что-то под нищу. Ярик, нормально все, четко? Вова уже уехал вперед. Ярик, ты Вову видишь? Уехал, да? Или Вова уже опять по горам где-то ездит? А, не, вон я вижу. Давай. Не спеши, тут песочек. Чтоб не упали. В лесу тепло вообще. Уже и трава зеленая. Классно здесь поле, прям красиво. Покажу вам со стороны все. Ох, Вова выдает. Вот у него мотокросс какой-то. Можно и притопить немножечко. Сильно. Вова, куда едем? Куда-то у нас по катушечке сегодня. Люди ходят. Так, осторожно, ветки здесь. Ох, тут песок. Тихо.
что-то прохладно прям. Пацаны уже увалили, надо догонять. О, мы возле трассы уже. Вова, не жалко? Я боюсь.